Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Мы выманили флот Федерации. Они оставили один корабль, эсминец, охраняющий гавань и комбинат. Он напичкан современными ПВО. Но у него есть одно уязвимое место. Ниже ватерлинии. Ну чё ты? Прогрузка. Вы возьмете с собой грёбаная прогрузка, которая ударит по тепловому выхлопу. Отправим на кладбище еще один корабль. Ты почему заедаешь-то? У меня вроде компьютер тянет тебя как на раз-два. Чё ты? Опускаемся ниже. 50 метров. Ага. Уровень кислорода в порядке. Скаркроу, запускайте отсчет. Давай. Сюда. Акулы. Место катастрофы в 5 километрах. Акулы. Держись подальше от открытой воды. Мы здесь не одни. Держись подальше от открытой воды. Ни хрена себе. Я так боюсь акул. Вон она. Падла. Куда плывем-то? Хоть расскажи. Человече. Эй, друже. Используют сонар. Спокойно. Плыви медленно и осматривай дно. Водоросли должны нас маскировать. Осматривать, ну что мне на нее смотреть? Рыбе по башке досталось. Патрульные катера. Ну и что они там? Водолазов пустят сюда. Похоже, у нас тут гости. Пусть разделятся. Блин. Ладно, двигаемся, только незаметно. Как в воде можно вообще вот так вот видеть? Мне кажется, что все пиздешь. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3, чтобы вырубить с гарантией. Огонь по усмотрению. Отлично. Поплывем через обломки. Они нас прикроют. Давай, я хочу. Не всплывать слишком высоко. Нам больше не нужно лишнее внимание. Ну давай, давай. Притормози. Не всплывай. Не всплывай. Ух ты. Ух ты. Спасательная подлодка. Это плохой знак. Как у них тут все. Кстати, это первая часть такая, где под водой прямо уже который раз так хреначусь. Стоп. Что-то подняли. Что-то собирают? Еле успел. Сюда. Вон они. На своих кораблях. Они повсюду. Скаркроу, внизу замечена высокая активность. Они снимают детали с потопленных кораблей. Вон они что. Что делать-то будем? Я насчитал 4. Я вижу 3. Нейтрализуемых по твоему сигналу. Огонь по усмотрению! Где еще один? Чисто. Чисто, я все сделал. Выдвигайтесь. Кстати, а что у меня второе-то оружие нету, да? Скаркроу, 6-2 на связи. Мы в точке сбора Браво. Визуального контакта с целью нет. А у них? Цель сейчас движется. Парни, вам нужно действовать в 2 раза быстрее, не то опоздаете. Ага, ихнее оружие не могу взять пока. Только не говорите, что у меня еще... А я помимо того еще и глушитель нахрен под водой. Ой,
Батискаф. Второй батискаф. Чего у вас так много под водой-то? Чего у вас за подводный мир? Чувак, вам я ножил или что? Вижу врага. Кажется, они нашли то, что искали. А что искали-то? Хоть мне бы сказать. Можно найти подходящее место и зайти с фланга. Огонь по усмотрению. Кажется, они знали, что мы здесь. Ничего страшного. Ему конец. Тихо. Тихо, я вперед. Я вперед оказался. Там кто? А, труп. Опс. Давай. Кто? Цель уничтожена. В зоне чисто. А почему ты за мной сразу не стал стрелять? Это что, так гильзы плавают? Кажется, мы сможем проплыть через контейнеры. Гильзы не умеют плавать, не надо. Ладно, проверь свой клапан. Опускаемся, поплывем через пещеру. У меня это все нормально с клапаном. Только давит на него, конечно, со страху. Ладно, погружаемся ниже. Следи за глубиномером. Давай. Идем. Все ниже и ниже и ниже, как низко ты пал. Скорроу, мы видим цель. Иду на перехват. В вашем районе работает мощный санат. Давление на такой глубине может быть смертельным. Волна перехвата. Так точно. Просто так пробить не получится. Нам здесь нужно как-то проделать себе путь. Ты где? Ты где? Давай. Хоп. Тут какие-то еще подводные двери. Не Атлантида же, что на самом деле? Что это? Что-то сбрасывают? Что-то сбрасывают? Бомбы или что? Контейнеры? Не пойму. Или что-то звуковой пушкой какой-то бахает. Дожди меня. Заживо похороненным не хочу, тем более утопленным, зная там, что кислород будет кончаться.
Так, я не теряю сознание. Не надо. Ответь мне, Логан, ты цел? Да, у меня воздух уходит. Держись рядом. Сейчас уберем эту хреновину. Давай. Придавило, да? Немножко меня. Ты цел? Что за... Беги! Больше убирали эту хреновину. Давай, нам пора. Ой, там куча трупов. Тихо, я бегу. Только постарайтесь, чтобы птички сюда долетели. 6-2, отбой. Давай, давай, плыви. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой. Сколько препятствий на моем пути. Это что это? Так. Ему конец. Спокойно. Давай. Опоздал. Ему конец. Медлишь. Кто молодец? Я молодец. Они бросают глубинные бомбы. Нужно укрыться в том корабле. Сюда, вперед, вперед. Давай. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь в том корабле. Ай-яй-яй. Тихо. Просто оставайся на чеку. Ты меня не выталкивай. Куда идем? Спокойно. В зоне чисто. На зоне-то может и чисто. Но у нас здесь, конечно, чистота. Вода одна. Чистюля. Противник отсутствует. Могу просто сказать, никого. Вот черт. Что не так? Тише. Если мы их видим, это хорошо. Будем надеяться, что они уже наелись. Да какое их там мясо теперь плавает, тьма. Погоди. Не нравится мне это. Придется по одному. Поплыву первым. Останешься, прикроешь меня. Давай. Ладно, всплывай. Ладно, всплывай, падай. Двигаемся медленно и держи дистанцию. Твою ж Бога! Блин! Я знал! Всплывай. Ладно, всплывай. Помним, двигаем. Твою ж Логан! Ага, хрен там, мне в нее стрелять нельзя. Ладно, всплывай. Помним, двигаемся мир.
станцию. Попытайся предугадать их движение. Спокойно. Торопись, они возвращаются. Опаньки. Кружат еще, кружат. Вон там мясо перед ними плавает. Тихо. Избегай иллюминаторов. Избегай. Как? Давай через люк. Как ты это себе представляешь? Давай. Почему шепотом? Ты думаешь, нас подводит, кто-то может услышать, что ли? Скеркроу, 6-2 на связи. Мы приближаемся к точке сбора эхо. Можете приступать ко второй фазе. Да, точно 6-2. Сразу услышите. Я понял. Птички расправляют крылья и готовятся взлететь. Мы можем приступать ко второй фазе. Вас понял. 6-2, отбой. Фух. Поплавали. И все это время надо мной черной тенью висел Рорк. Мы уничтожили платформу, отвели весь флот, затопили эсминец, и все это время меня волновало только одно. Где Рорк? Здесь, впереди, ждет. Он был настолько хорош, призрак. Но что с ним случилось? На этом заводе было нечто важное. Федерация изо всех сил скрывала это от нас. И мы чуть было не узнали, что это. Конечная станция 27 июня 22:17:21:22. Территория федеральная. Но тихо. Прыжок. Удар. Ты справился? Молодец. Уничтожен. Приближаемся ко входу А. Скеркроу, видим завод. Прием. Входите в черную зону. Понял, у меня почему ко входу нету штуки этой. Я бы очень хотел бы ее. Игорь, мы у входа. Ясно. Мы готовы у входа Б. Ясно, выходим. Перестроиться. 50 метров. Все видим. Направляемся к пункту сбора. А вон они вы. Стоять, Домрак. Он ваш. Только тихо. Ха! Вот так я. Шевелись. Со всеми поступает. Займется периметром охраны. Ничто и никто не пройдет. И никто не выходит. Остальные мы обходим слева и двигаем в черную зону. Давайте. Вперед. Сюда. Тихо, тихо. Цель впереди. Да? Целимся. Логан, ждем сигнала. Стреляй. Все чисто, я справа. Нормально так. Иду слева. У двери. Меня ждете? Открываю. Там двое. Снять их. Можно выдвигаться. Прожектор не хочу попал. Ник, как там камеры? Мэрик, следите за следующей зоной. Большая группа целей, преимущества нет. Создадим преимущество сами. Какое можете создать преимущество? Что мы можем сделать? Несколько путей. Разделиться. Все подчесать. Так, а куда Мэри? Я? Вперед. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Огонь, быстрее.
быстрее. На. Внизу чисто. Враг уничтожен. Отлично. Справа чисто. Наверху чисто. Здесь что? Ладно, идем дальше. Ни карты, ничего. Бег мы у южной двери в хранилище. Оно огромное. Не знаю, что внутри, но явно что-то важное. В черной зоне камер нет. Внутри вы будете сами по себе, запуская процедуру перехвата управления. Заходим. Группа целей. Огонь. Не тормози. Спокойно. С кем перестреливайтесь? Давайте, давайте. Перебейте их всех. Похоже, здесь компоненты ракет. Так, что мне взять? О. Вот это возьму. Не знаю пока, зачем она мне. Дверь с пневмозатвором. Похоже, мы на месте. Кик? Вас понял. Есть. Черт. Похоже на спутник какой-то. Вооруженный по самой неволе. Скафтрол, мы нашли. Похоже на космическое оружие. Вас понял. Установите связь для идентификации. Логан, подключи камеру. Кэш, ты тоже. Так. Киган, открывай главный тепловой щит. Серьез. Вас понял, Скафтрол. Отправляйте данные. Дайте взглянуть на главный блок. Выше и правее. Вот так, именно. Это кинетическая система доставки жезлов. Ну так. Мега пули. Технологии водят. Надо узнать, сколько уже построено. Молодцы, парни. Отличная находка. Арклайд, все подразделение на боевой вылет. Работаем на поражение. Сбрасывайте все. Шевелись. Вас понял, Скаркроу. Дженезис подтвержден. Расстояние 80 километров. 6 минут. Работаем на поражение. Арклайд 1-1-1-2-1-3. Цель Ромео и Бёрдхаус. Меня оставили. 2-2-2-3. Цель Купер, Дикси и Танго. Групповое бомбометание. Полное покрытие. Мэри, ищите любые данные, которые позволят нам получить более полную картину об их разработках. К вам направляется целое авиаподразделение, чтобы уничтожить комплекс. Понял вас. Их, как слышишь, Арклайд на подходе. Скоро от этого завода ничего не останется. Понял. Так. Вот и все. Быстрее ищите данные, надо уходить. Похоже на данные для производства. Обыскиваем. Спутник с номером 24. Сколько же их всего? Так, ждать надо, да? Здесь зашифрованы данные. Похоже, пробные запуски, даты, прогнозы. Я не понимаю. Внимание, зафиксирована активность. Сильная, берите данные и убирайтесь оттуда живо! Ну ни хрена себе. Так. Тихо, тихо. Да. Снег, ну давай. Они
50 метров. Один есть. А почему один-то? Ну-ка, где тут? Так. Блин, нас гранатами закидывают. Так. Бля. Ладно. На. На. Ни хрена себе. Ладно. На. Падла. Бумк. Почему вы меня так сильно валите-то? Блин, все-таки меня кто-то так хорошо смачно валит. Ну-ка, вот это что такое? Дробовик. Бам. Кто-то там наверху. Кто их видит? Мало того, что их видит, а надо еще и гасить их. Где ты видишь ее? Да.
стреляют! Ну вот так. Враг на один час. Да без проблем. Чисто. Никто мне безопасности не хочет обеспечивать, да? Что с гранатами-то у меня? Мэрик, захватываю транспорт, но у вас там на крыше полный аншлаг. Так. Давайте со всего постреляем, что есть. Так, выходим на счет три. Раз, два, три. Блин. Как не вовремя начал перезаряжаться. Так, выходим на счет три. Спокойно. Не вижу, где они. Банк. Вас убило гранатой. Правильно? Правильно. Выходим на счет три. Раз, два, три. Блин, сбоку, сбоку. Так, в темноте лучше тогда уж не делать так. Выходим на счет три. Раз, два, три. Там кто-то через решетку меня, что ли, долбил? Кто? Где? Ни хрена не видно. Вы чё, падлы? Так, выходим на счет три. Раз, два, три. Блин. Блин. А, во, во, придумал, как можно сделать. Так, выходим на счет три. Раз, два, три. Давай. Вот так вот вам. Спокойно. Вот посюда обходим, там еще двое. Так, идем наверх. Поверху. Где ты что видишь? Давай.
Как вовремя я. Не вижу. Я их не вижу. Давай, вытаскивай меня отсюда. Не вижу. Мне что, против вертолета воевать или против машин? Почему в этой, в каждой игре такая езда? Ну-ка! Ну-ка! Мы уничтожили номер 24, а где остальные 23? 25-го не будет! Аксо даст новые инструкции. Пора домой, парни. Опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Одина. Скоро они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые мы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Да ёб твою мать! Ровно в 12. Окса захочет сделать все быстро, так что лучше подготовиться, пока не срубило. Хорошо. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Так, собакин. Уходим! Эй! Собакин. Падлы. Куда вы меня тащите? Занимаемся, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Правильно. Че ему ломаться-то? Налейте стакан водки. Сам все расскажу. Сделай это сам. А, ты очнулся. Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, нет. Может, передумаешь. Нет! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя! Он всегда был нашим. Ты, чё это за нахер? Ты называешь себя призраком. Ты не что. Ты и твои сыновья. Ну да сейчас. Твое имя умрет вместе с тобой. Хоп. Эй, хоп. Он ещё дёргается. Он никогда не говорил тебе не целиться в людей. Эх, батька, походу, у тебя конец.
немного. Еще разок. Черт, стой! Батя. Отца. Давай еще. Молодец. Логан! Логан! В тебе что-то есть, парень. Мне это нравится. А ты в меня стрельнул, как? Почему я живой? Своего капитана. Ты мог бы у него кое-чему научиться, Элиас. Он мой сын. Что ж, сейчас он увидит, как ты умрешь. Ты куда ему стреляешь-то? Что он не помирает? Странно. Я горжусь тобой, Логан. Батько. Все будет хорошо. Мстя будет... Прав, большая. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Печально. Так, через 4 минуты, ну. И чё? Младший боссу нужен живым. Опаньки. Опаньки, попаньки. Хрен остан тебе. Ломай его, падлу. Западное крыло здания. Там у нас больше всего шансов выбраться. Чш, за дверью какой-то шум. Действуем быстро. Все чисто. Так, а у меня с глушителем. А второй скоро тоже с глушителем. Их немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Давай. Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Слишком много. Слишком? Давай. Давай. Сюда быстрее. Что ж, прятаться? Логан, сюда. Готов, ложись. Выключи рацию. Родриго, mira ahí. Ahora mismo. Хоп. Падла. Они там лазят. Сидеть тихо. Их будет еще больше. Давай. Идем, идем, идем. Тихо. Мы не можем все двигаться. Несколько моих друзей пропали. Верните их пулемет. Едели поверху, пробежали. Касимира. Касимушка. Удачи. Спасибо за пожелание, Касил. Мы хоть куда идем-то? Я бы знал бы построение этого магазина. О, я здесь был, вроде бы. Становится все больше. В самом начале игры, нет? Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Дима, начинаем.
Так. Вроде пока неплохо справляюсь. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, нормально. Твою ж мать-то, недобитки. Ой, у меня с патронами плоховато сейчас будет. Через 30 метров. Вижу врага на 2 часа. Давай. Нужно пройти через ворота. Проходим. Блин. С дробовиками все. Что ты там сел? Иду. Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как мы здесь. Вниз. Я с вами. А почему не оглядывайтесь даже? Держись с левой стороны. Мы почти вышли. Ну? Подожди. Как ни, я тебе еще раз говорю. Ни хрена себе. Ой. А почему я даже руки не порезал? Да хорошо же. Логан! Логан! Ты в порядке? А ты как, Мэри? Порядок. Но нам нужно уходить, пока нас не засекли вертолеты. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Ну давай. Транспорт так транспорт. Тихонько. У них численное превосходство. Ого. Ладно, эта ткань меня спасла, да куча песка, как я понимаю. Пыли. Ну давайте, кто вперед-то пойдет? Или вы ждете меня? Кто, собачка? Четвероногий, ты здесь, нет? Так, минутку. Слышу. Где? Он в порядке.
Пуля прошла насквозь. Бога, живо понесли. Так. Ай, ты мой сладкий. Я тебя спасу. Я тебя спасу, мой хорошенький. Так, собаки не умрет, это я точно знаю. Собакин. Рекс. Рексик. Красавчик ты мой. На. Так. Вижу врага на один час. Пойдем. Я вас за собаки на всех порву. Давай. Хватаем собакина и бежим. Есть! Есть! Давайте! Порвите этих тварей! Стоять, я без него не пойду. Ушастенький, хорошенький, хвостатенький. Давай, Логан, мы уходим. Центр, это принц 2-0. Загрузка окончена, возвращаемся на базу. Я спас его. Не бросил друга. Если призрак погибает, его тело кладут лицом вниз, так, чтобы голова указывала в направлении дома. Оружие кладут рядом. Мы поступаем так всегда. И когда наши павшие оказываются на том свете, они следят за нами и за нашими врагами тоже. Отец умер. Это нельзя было изменить. Но мы с Логаном. Мы все еще здесь. Федерация все еще здесь. Рорк еще здесь. Война не кончилась. До этого еще далеко. Прощай, пап. Мне не сравниться с тобой. Но я буду... пытаться до конца. Судно Либератор, говорит Фантом 2-2. Мы приближаемся. Понял, Фантом 2-2. Даю разрешение на посадку. Палуба готова. Мэрик, надо идти за ним. Мне нужен Рорк. Никак нет, Хэш. Спутники Федерации выходят на позицию. Если они заработают, Федерация сможет поразить любую цель в любой точке мира. И какой план? Мы ставим на кон все, что у нас осталось, включая наш последний корабль. Мы отправляемся в самое сердце территории Федерации. Ударим по ним на земле и в воздухе. Панели пропал. Лейтенант Мэг, на полетную палубу. Когда начнется штурм, призраки должны быть на позиции. Мы будем готовы. Операцию возглавите вы, Хэш. Собакин. Я буду координировать ресурсы. Я вас прикрою. Как я рад, что ты жив. Ваш отец был великим лидером. Тот же потенциал он видел в вас. Держи, Логан. Это принадлежало ему. Прости, ты сделал свою работу. Ты идешь с Мэриком. Все будет в порядке.
Мэри. Три дня спустя. Поехали. Объявляется тревога. Запуск на перехват. Надо помочь им очистить палубу и найти способ добраться до наземной установки. Так, второе оружие. Если они запустят спутники, то смогут поразить нас, как раз захотят, и в любом месте просто сотрут в порошок. Мы должны отбить атаку и доставить десантную группу. А почему я не бегу-то? Ну давай. Очистить. Давай, я всех буду хреначить сейчас. Тихо. Где еще? Так, хорошо. Где ты? Когда Оспрей сможет взлететь? Заряжаю. Сможет подняться в воздух через 2 минуты. Займитесь наведением. Надо направить десант. Заходы будут короткие. Будьте готовы отвечать цели. Нам понадобится транспорт для штурма наземной установки. Есть, сэр. Вертолеты приближаются. Но у нас и так тут не сладко. Отводьте мне транспорт. Ну я-то куда должен идти? Берите пульт управления. Давай. Взял. Всем отрядам, с севера приближаются шлюпки Федерации. Логан, борту корабля. Здесь вперед, они лезут на корабль. Уничтожить шлюпки. Оружие заряжено. Оспрей готов к взлету. Давай. А, вот так вот можно. Окей, да. Господи. Вот это действия полномасштабные боевые. Что, неплохо? Так. Нормально, да? Не понимаю, куда мне за ним бежать. Да бегу я. Че тебе только от меня надо? Я не совсем понимаю.
Оп. Ну пока правильно бегу. Хоп. Давай. Отвечайте цели с помощью пульта. Сейчас. А, вон он это. Где вот он? Так. Где еще, блин? Не совсем одупляю вот в это вот. Так, задание выполнил. Молодец, Логан, авианосец спасен. Пора присоединиться к штурму. Центр, есть для нас транспорт? Т-6 уже на подходе. Большое количество пушек на РАД приближается через атмосферу. Спутники активированы. Воу! Ничего себе взрыв. Пошли, пошли, пошли! Да иду, иду, иду. Вышка рушится! Ааа! Ни хрена себе, почему меня не предупредили, что вышка рушится? Через атмосферу. Спутники активированы. Всем приготовиться к удару. Тревога! Удар! Так. Давай быстрее, к тому вертолету! Пошли, пошли, пошли! Иду, иду, иду. Вышка рушится! Блин. Осторожно. Винты. Вертолеты. Рухнувшие вертолеты. Самолеты. Живее, Логан. Да бегу я. Слушай, вперед. Стой, стой, стой. Опа. Взлетаем. Видимо, это спутники Федерации. Они активировали чертову штуковину. У нас одна попытка. Надо присоединиться к штурму и вырубить наземную установку. Иначе войне конец. Кстати, вот эти большие снаряды, это, походу, делают в самом начале игры, вот ими подистреляли. Цели одновременно. Мы отправили штурмовую группу на космическую станцию Федерации. Их задача захватить станцию и взять под контроль орбитальное оружие. Чтобы они смогли это сделать, мы должны уничтожить ретранслятор раннего предупреждения на Земле. Эш, ты со своей группой должен будешь захватить их штаб и запустить ракету в ретранслятор. Там может быть Рорк, но задание прежде всего. Танковый батальон проделает для вас брешь в обороне. Сопротивление будет таким, какого мы за всю войну не встречали. Если все получится, у наших ребят в космосе будет шанс на победу. Шанс на победу есть практически всегда. Давай, на танки погоняем. Ой, меня на танки сбрасывают. Ай-яй-яй. Нам дали зеленый свет. Запуск всех систем. Вас понял. Бэджер 2 готов. Давайте. Системы включены. Посмотрим. GPS работает. Ай-яй-яй. Зараза! Я с этой стороны. Готов? Взяли! Осторожно, приближаются несколько дела. Что-то... Какой-то танк говно. Уже горит. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Давай. Давай, скидывай. Ну, вот это фантастика. Ждем
Так, а я один, что ли? Я же и веду танк, да? Здорово, я еще и стреляю, я их веди. Какая прелесть. Ай-яй-яй-яй. Только они едут как-то очень уж быстро. Как-то можно обзор поменять? Вау! Да где он? Блин, если бы я еще знал бы, где они. На, так-то проще. Не успел, да? Подкалиберный. Читерский, ты хотел сказать. Ой. Пойдем, пойдем. Ну это кто? Спокойно, спокойно. Так, уничтожить оборонительные сооружения. Ай. Где? Мне что, туда не надо? Так. На. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Есть. Так. Спокойно, спокойно. Не. Еще два. Ладно, давай. Раз, еще два. Где он?
Тихо. Тихо, тихо, тихо. На. Так. Взлетная полоса захвачена. Понял вас, Боджер 1-1. Объединяйтесь с 4-м батальоном и сразу к Эхо-3-2. В зоне Фокстрот 9 идет захват приоритетной цели. Призраки в пути. Впереди пусковой комплекс. Давайте. Тра-та-та-та-та-та-та. Красиво, да? Так, ага, я сюда должен еще и прибыть. Так, второе оружие какое? Понятно с вами все. Все чисто? Хорошо. Идем. Раз все чисто. Импровизирую. По твоей команде. Так. Центр, траектория изменена. Готовимся к запуску боеголовки. Что вы тут делали? Внимание, эта зона простреливается из турелей В-75 Мантис. Принято. Отправляю батальон Боджер на расчистку пути. Центр, конец связи. Запустим эту штуку. Запускай. Ну что, ты от меня что-то ждешь? Ну давай. Раз уж я тут главный. Полетело. Центр, груз ушел. Запуск прошел успешно. Центр, все понял. Поздравляю, господа. Это наши бегут. Все, мы все равно не увидим, да? Кого ты там? Так. Меня тут атаковывают, да, значит? На. Нам нужно достать лорка. Кого ты достать хочешь? Идем. Погрузочная площадка.
Тихо. Извините, но билетов больше нет на этот поезд. Времени до удара 6 минут. Призраки захватили сектор. Ракета уже близко. Бросить все силы на основную цель. Бойцы передовой получат воздушную поддержку у наземного ретранслятора. Зенитное орудие уничтожит все объекты в небе. И нашу ракету тоже. Наши танки должны уничтожить эти турели. Центр, нам на мосту нужна поддержка с воздуха. Вас понял. Беспилотники уже в пути. Сейчас всех завалим. Ну, опять я, да, еду? Мы их пожарили. Так, так. Продвигаемся к основной цели. Сильнее! Сильнее! Уходите с моста! Готов! Так, а мне надо куда-то успеть, да? Давим. Куда дальше? Тихо, тихо. А где я тебе ликвидировать? А, так и должно быть, значит, да? Да спасибо! Один член экипажа еще жив! Сейчас подберем его! Давайте, 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 давайте! Подберите меня! Был человек, а я нету! Давай! Парень с нами! Движемся в зону Чарли Дейта к месту эвакуации! Можно один быстрее! Ракета в 30 секундах! Тихо, тихо! Успели.